По сообщению «Седмицы», российские военнослужащие построили в Сирии на территории базы Хмеймим храм из карельской сосны. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с патриархом московским Всея Руси Кириллом. Глава Минобороны рассказал, что храм, построенный из специально привезенной карельской сосны, притягивает как российских военнослужащих, так и местных жителей. Встреча министра обороны Сергея Шойгу с патриархом состоялась 24 августа. Патриарх Кирилл сообщил, что с интересом следит за деятельностью министра обороны, связанной с обеспечением безопасности Отечества, защитой ее суверенитета, борьбой с террором. Патриарх отметил большие позитивные перемены, происходящие в армии и на флоте.